Они рады помочь тем, кто в этой помощи нуждается. Это тот самый случай, когда сотрудники Новополоцкой центральной городской больницы помогают коллегам в столь непростом и ответственном деле – подготовке детей к учебному году. Среди сотрудников Новополоцкой больницы ни много ни мало – 45 многодетных семей, 4 опекунских и 18 семей, которые воспитывают детей с особенностями развития. Помощь каждому. Направление деятельности руководства города, исполнительного комитета, совета депутатов, она социально направленная. Большое внимание в нашем городе уделяется многодетным семьям, семьям, которые воспитывают деток с особенностями развития, и опекунским семьям. Эти семьи всем нам знакомы. И, конечно, есть такие мероприятия, которые как бы, ну, хочется их порадовать, чем-то помочь. Сотрудники руководства Новополоцкой центральной городской больницы отправились вручать подарки адресно. К слову, такие визиты дети всегда ждут с особым трепетом. Себя и всех близких. Да, буду стараться. Адресное вручение подарков в школе завершилось только что. А далее по сценарию развлекательная программа для детей и вручение школьных принадлежностей уже на площадке актового зала Новополоцкой центральной городской больницы, куда и перемещается наша съемочная группа. Здесь даже невооруженным глазом видно, дети счастливы, а значит, основная цель мероприятия достигнута. К слову, большой вклад в организацию праздника внес и профсоюзный комитет Новополоцкой центральной городской больницы. Уже не первый год профсоюзный комитет Новополоцкой центральной городской больницы принимает участие в акциях профсоюза детям. В этом году большой праздник для наших первоклассников организовали в актовом зале нашей больницы. Прекрасные подарки для каждого ребенка-первоклассника, прекрасная анимация, сладкий стол. Я думаю, что масса положительных эмоций для детей – это действительно здорово, это хорошо в канун такого прекрасного праздника, как 1 сентября. Мамой многодетной 6 лет являюсь. И как только стала многодетной мамой, всегда стала получать поддержку огромную, помощь от не только от города, но и от поликлиники и профсоюза. Это очень приятно, что проводят такие мероприятия. Мы попали первый раз, нас пригласили, потому что это старшие детки чуть постарше. Вот, в этом году третий ребенок идет в первый класс. Подобная акция – добрая традиция коллектива Новополоцкой больницы, существует уже не один год. И каждый раз, несомненно, находит отклик в сердцах юных новополочан и их родителей. Ольга Войтова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.